Соединенные Штаты Америки занимаются содействием развитию военных аэродромов Украины для прохождения на сертификацию НАТО. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Американская сторона оказывает помощь в развитии способностей военно-морских сил и воздушных сил вооруженных сил Украины. Так, военный аэродром Украины в городе Староконстантинов уже прошел сертификацию НАТО. Также ожидается оказание содействия в переоборудовании военного аэродрома в городе Миргород. Напомним, вооруженные силы активно проводят восстановление военных аэродромов в Украине. В марте 2021 года стало известно, что воздушные силы вооруженных сил Украины покупают аэродромные плиты ПАК-14В и ПАК-18В за 13 миллионов 500 тысяч гривен. Сейчас Министерство обороны Украины закупает эту продукцию у подрядчиков, хотя в составе министерства есть несколько государственных предприятий, специализирующихся на производстве железобетонных изделий. В ноябре 2020 года было сообщено, что в Миргороде на военном аэродроме бригады тактической авиации воздушного командования центра завершаются работы по восстановлению аэропорта. Тогда подлежали замене 57 штук аэродромных плит, и было нарезано более 1000 метров погонных швов и демонтировано 624 квадратных метров монолитного покрытия. Всего, как было сообщено, военные инженеры из отдельных инженерно-аэродромных батальонов воздушных сил ВСУ проводят восстановление 5 военных аэродромов и их инфраструктуры. Также заметим, что до 2014 года воздушные силы Украины использовали только некоторую часть из всех военных аэродромов. Спасибо за просмотр, за ваши лайки и комментарии. Ребята, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости от нашего канала. Всем мира и добра!